Здорово. Экзекутер. Экзекутер, блять. Хуй пойми, как ник прочитать. Но когда начинаешь считать, легко читается. Мамуля приезжала с мамой, проводила время. Пересмотрели, ну, мама в первый раз смотрела, но я пересмотрел вместе с ней. HBO Чернобыль, бля, очень-очень крутой серий, пиздец, очень крутой. Как-то он интересно держит АШ-12. У него палец, блять, в стволе, вот если пересмотреться. Большой палец в стволе, блять. Ну, давай проверим. Чё там, блять, как пофиксили, да? Я тут недавно, знаете, что заметил? Смотрите. Классик. Текст заблокирован цензурой. То есть, блять, реально, смотрите. Классик. Что в слове классик может быть, блять, обидного, что надо блокировать, блять, цензурой? Что? По-моему, на одну пулю, блять, больше теперь надо... Одну пулю больше. Ну, да, блядь, поднерфили немножечко. Ну, на дистанции две пули надо. Бля, ебать, торопится Кирюндель. Ты че, ёбнутый, чел? Боже, блядь. Вертолет со стрелком. Откуда, блядь? А, это тот чел, который с калашом сидел, блядь, в доме. Тихо, блядь. Ну я же слышу, что, блядь, топайте тут. А чё со звуками-то, блядь, сделали? Он у меня топает слева на улице, блядь. Чё не с... Блядь. Что это за бред, блядь? Я его слева на улице слышу, блядь. Чего у меня в доме, блядь? Профессионал просто, блядь. Сразу же понимает, кто, блядь. Все, посражался. Все, хватит, отходим. Отходим, блядь. И вода, нахуй. Блять, нихуя не понял вообще. Ну а почему он меня перестрелял? Я ж первый начал стрелять. У меня тоже М4, блять. Почему его не слышно? У беспилотника закончилось топливо. Возвращай. Боже, потому что он последний отрезок, он, блять. Он не бежал, он просто вот так, как долбоёб, шел. Боже, блядь. Его это спасло. Вот так вот, блядь, охуенно, да, вот так играть? Бля, как реальный спецназовец, бля, уйска. Я на повторах прекрасно себя слышу, но я врагов почему-то, блядь, вообще не слышу. Них, блять, в пизду, короче. После этого матча скипнем командный бой. Это, блять, какой-то пиздец вообще. Чё здесь происходит, блять? Кого? Вот нахуй он тут сидит? И почему меня резнуло, блять, рядом с ним? Блять, полнейшее дерьмище, а не режим. Почему в хардкор режим не играешь? Там же проще завалить, чем всажить половину магазина в классике. Ты че, ёбнутый, блять? Дай бог здоровья. Челы, блядь, с 3-4 пуль, блядь, умирают. Но с одной пульки-то всех убивать, это да, это... Ебать, как интересно, блядь. Охуеть, охуеть тайминги, блядь. Охуенно. Ну зато вот грузки лутаем нормально. Это ж пиздец нам поможет выиграть, блядь, твой груз ебаный. Вертолет поддержки на подходе. Давай, помогай, блядь, своим вертолетом. Что? Что это, блядь, за... Сука, все, ладно, все. Я ничего не говорю, блядь. Я вообще ни единого слова больше не скажу, блядь. Ровно, блядь, об стенку хае кинул, блядь. Заебись полетело. Зона чарли у врага. Как мы цета, блядь, потеряли? Ебаный рот, блядь. Алло, блядь. Неплохо.
момент с прыжком вообще довольно неплохой был. Тихо. Скиллово. Скиллово. С базуки, блядь. Скиллово. Пупку же сколько, блядь. Ну, больше недели точно не играл. Там апдейт супер хуёвый. Один из самых худших апдейтов за все время, блядь. Ждем Диабло. Жди. А года через 3-4 выйдет только, блядь. За такое время там уже выйдет Поя 5.0, блядь, какой-нибудь апдейт. Или Поя 2, хуёво. Это конченые цели я выбрал, в принципе. Нахуй, вот нахуй я прыгаю, блядь, можно спокойно встать и заимить, я, блядь, прыгаю, как долбоёб. Потерян. Что, блядь, он просто здесь так стоит. Понял. Что, блядь? Я ничего не понимаю, я абсолютно ничего сейчас вообще не понимаю, блядь, что происходит. Какой-то полный пиздец вообще. Ну да. Ах, тут танк тогда стоит, под смыслом. Да-да-да. Я не понимаю, что происходит. Я не понимаю, что происходит вообще. А, понял, все, тут понял. Не, все, я фул скипать ее буду всегда, блядь. Этот матч последний, блядь, в истории на Call of Duty, блядь. На этой мапе. Это, блядь, не карта, это просто высер ебаный, серый, блядь, унылый нахуй. Блядь, никого ничего не видно, блядь. Чел спаунится в какой-то, блядь, очке, блядь. Блядь, какой сложный матч, это просто пиздец. Когда я умер 18 раз, блядь? Когда я умер, блядь, 18 раз? Почему он оказался быстрее в позиции, чем я? С пулеметом, блядь. Охуеть, с пулеметом. Че ёбнутый вообще? Че ёбнутый вообще? Ты нахуй в базуки-то стреляешь, блядь? Сука, он такой конченый, блядь, он такой... Бля, сука, он такой конченый, это просто пиздец. А чё я один-то, блядь? А чё я один-то, блядь? Помогите. Помогите. Блядь. Бля, это просто просто пиздец. Это просто, блядь. Бля, я, короче, я реально не могу. Я, блядь, сейчас сломаю нахуй что-нибудь, я пойду чилану в поешечку, блядь, пиздец. Я не могу спокойно играть в эту игру, мне интересно играть в эту игру, но я не могу в нее играть спокойно. Можешь посмотреть предыдущие ролики. И не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить новые.